Сегодня рано утром на одном из российских сайтов появилась очень страшная для нас всех новость. Многие из нас заплакали и не могут найти себе места. Об этом мало еще кто знает, но спустя час об этом узнает вся страна, так как эта новость набирает большие обороты в интернете. Нам стало известно, что Мария Распутина сильно похудела, а потом и вовсе призналась, что имеет большие проблемы с сердцем. Мария с детства болеет хроническим ревмокардитом, и врачи дали понять, что ей грозит аутоиммунное заболевание. Распутиной, как и экс-жене Аршавина Алисе Казьминой, диагностируют редчайшую болезнь, способную поражать ткани, кровь и нервные окончания. Известный терапевт считает, что это заболевание могло развиться из-за похудения. Резкие похудения и даже стресс могут заново запустить процесс этого заболевания, почему и говорят об опасности аутоиммунных заболеваний. Любое нарушение в организме приводит к возобновлению опасных процессов. Друзья, мы хотим поддержать Машу Распутину. Будем надеяться, что медики все-таки остановят эту болезнь и она выздоровеет. А вы не забудьте подписаться на наш канал, ведь только у нас каждое утро вы сможете увидеть свежие новости из жизни звезд шоу-бизнеса. До скорой встречи, друзья, на нашем YouTube-канале.